Всем привет! Сегодня у нас еще один день с котенком Бубу. Так, у нас опять он совсем грязненький, голодненький, да? И надо сводить его в туалет. Не, он согласен. Ой, как все здесь грязно. Так, мы сейчас сходим в туалет, а потом мы его помоем, здесь приберем. Господи, как все грязно. Так. Я, садись, я. Ну что, делай дела свои, волшебные. Молодец. Так, надо смыть. Все, правильно, молодец. Так, теперь мы тебя помоем. Помылим. Чтобы у нас был чистенький, каждый день нужно мыться и умываться. Желательно утром и вечером. Мяу. Че, мокрый? Давай вытрем. Вот так. Так, помоем ручки. Руки грязные. Помылим. Левую, правую. Правую, левую. Так, шустренько мы их делаем чистыми. А, просто блестят. Какие мы молодцы. Так, дальше что у нас? У нас завтрак. Надо прибраться, я думаю. Кушать им хочется. Видишь ты какой? Кушать хочет. А грязь кто будет убирать? Нашкодил здесь, пока нас не было. Так, все, убираем. Подождешь. Покушать нам можно будет потом. Смотри, грязный пол. Мыши. Догоняй ее. Ладно, потом. Так, спальня что у нас? То же самое. Одни паутины, грязно. Так. Мы с тобой музыку сменим. Отлично, музыка. Так, кушать-то кушать. Давай! Ням-ням-ням. Ой, мы заняли 8 уровень. Отлично. Попей яблочко, вишенку. Что-то не наедается совсем. Не хочешь? Давай яблочко еще. Брокколи. Невкусное. Давай яблоком заедим. Так. И еще. Не хочешь? Давай возьмите попить. Попить. Возьмем соку и молочко. Вот так. Другое дело. И закусим. Нет? Не хочешь? Ну, брокколи что-то детям всем не нравится. Ну, ладно. Хотя говорили в одном мультике, что для кошки брокколи это яд. Так, какую спать? Ничего спать. Давай это, поиграем в рулетку. Так, колесо фортуны. Вращение. Ну а что, хот-дог. Так. Надо было рекламу выключить. Ну ладно. Так, спать он хочет. Не будем спать, давайте возьмем. Поиграем. У нас новые игры есть? Да, какой-то батут. Выпьем зелье и батут. Лопаем шарики. Ой, упали. Стоп. Тириум. Тиш. Как мы ловко прыгаем. Прикольненько. Ему нравится. Смотрите, какие мы шустрые и ушлые. Веселуха. Шарики. Это круто. А вам нравятся шарики лопать? Да всем нравится лопать шарики. Комбо, у нас комбо. Ой, комбо не вышло. Стоп. И еще раз, давай. Опа.
Какие мы ловкие! Розовый, зеленый, желтый. Все они будут лопнуты. Та-да-та-та. Тик. Опа. Ускоримся. Та-да. Да что ж такое-то, не могу. Во-во-во. Что-то шариков мало нам. Ой. Ой. Не получилось. Ну, в принципе, мы поставили рекорд. А какой у вас рекорд в эту игрушку? У нас 456 баллов. 11 монеток. Так, поедем дальше. Нагрузка. Персонажи уже интересные. Так. Выберите героя. Будем, может быть... Нет, если ему понравилась эта вот рекламка, мы можем в эту игру тоже потом поиграть. Но потом. Так, давайте посмотрим, какое у нас задание. На сегодня сыграть мини-игру Cat Connect. Что же за игра такая? Cat Connect. Cat Connect. Что-то нету такого игры. А, вот она. Здесь нужно линии соединять. Ну, цвета котов. Чтобы соответствовать линиям. И мы соединяем. Молодцом. Сейчас мы... Вот так вот. Вроде как бы все и просто, но потом начинается усложнение. О как. Так, сейчас подумаю. Ну, все понятно. А какие мы умные? А до какого уровня вы доходили? Пишите обязательно. Почитаю и похвалю. Так, нет, здесь у нас не получится. Так, это мы выбираем. Вот так вот сделаем. Это так, а это так. Так, что у нас здесь? Так, так. Нет, наверное, по-другому. Нет, это здесь. Это так, это так, это так. Вот такие мы. Умные ребята. Умные ребята. Что ж такое? Ой-ой-ой. Мы проиграли. Чуть-чуть совсем не хватило. Игра окончена. Мы сделали новый рекорд и получили 9 монеток. Извините, на серьезные пробки. Так, прошу прощения, мы немножко отвлеклись. У нас новая игра Pair Match. Ищи совпадение, получается. Так, сложность легко. Давайте в легкую пока сыграем. Так, что нам надо? Конфетка. Конфетка. Есть контакт. Хлеб, хлеб. Ну, просто с первого раза все получилось. Как мы этого добились? Непонятно. Вы получили 3 монетки, победил синий игрок. Странная какая-то игра. Играю 5 на 4 сложно. А, стоп, у нас брокколи было здесь, точно. Так, кексик. Пицца. Мороженка. Помидорчик. Пицца.
Так. Тосик, тосик, помидорка, помидорка. Так, здесь мы перчик. Спагетти, спагетти, спагетти. Так, мы почти. Сейчас, наверное, все разгадаем. У нас 6 ходов. Или сколько ходов? Я совсем забылся. Так, у нас остался арбуз и кексик. Вот так вот. Так, давайте погуляем с нашим котиком по нашей полянке. Ух ты, мы еще повзрослели. У нас теперь миссия дня выполнена. Так, пойдем погуляем. Яблочек надо собрать. Которые почему-то нас не позволяют нам наесться. Что такое? Давай обратно. Так, пойдем. Мы должны были посадить огород. Так, что можем посадить? Капусту. А на эту грядку мы посадим. Давай другую капусту. Ух ты, цветочек вырос. Так. Время выполнения 2 часа. Ну что ж, чувствую, завтра будет капуста у нас на обед. Корова. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы корову доить. Помните, за корову дают на эти, как это называют? Молоко. Стаканчики с молоком. Но почему-то корова не доится. Почему не получается у нас доить корову? У нас ничего не выходит. Молоко не идет. Вроде получается стало. Надо просто было пониже тянуть. Это вроде как аккуратно. А тут совсем надо неаккуратно. А посильнее вниз тянуть, чтобы... Есть молочко. Один стаканчик есть. И, кстати, чем... Я так понимаю, чем разные вы дергаете, тем быстрее наполняется. Одно и то же дергать нельзя. Так, вот так вот. Собрали один стаканчик молока. Бодренькие мы. Так, что у нас здесь? Посадить можно грушу. Посадить ежевику. Так. У нас целые сады, так, кстати. Так, это закрыто. Лес. Что в лесу? А, это игра в лесу. Вот какие мы бодренькие. Хоп-хоп-хоп-хоп, как мы по дереву карабкаемся. Весело. И быстро. Так, чуть-чуть еще осталось. Все, что ли? Мы окончились игра. А что, нам звонок какой-то? Что в магазине? Не, давайте в магазине потом. У нас пил снова еда. Надо затариться. Купим яичницу. Купим круассанчик. Морковка. Капуста. Так, перчик закрыт. У нас конфетка есть. Представляете, конфетка. Так, суп. Отлично. Что еще мы можем взять? Так сказать, покушать. Ну, вот и все. У нас есть кофе, чай, еще чай. Так, ну что, я думаю, пока хватит. Теперь у нас полный холодильник. Кто звонит? Никто?
Ладно, пойдем. Так, что у нас тут еще? Давай на машинке прокатимся напоследок. И потом... Давай. Покажем всем класс, как мы умеем кататься. Тормоза придумали трусы. Мы только на газ жмем. Смотрите, как быстро мы едем. Надо, главное, аккуратненько. Сейчас попробуем поставить свой рекорд. Точнее, не поставить, побить. То есть старый, поставить новый. А у вас какой рекорд на этой трассе? Точнее, в эту игрушку. Больше, чем у меня. У меня 470 сейчас. Но, по-моему, было где-то порядка 600. Насколько я помню. Если не ошибаюсь, в конце можно будет посмотреть. Смотри, как быстро мы едем. Горка! Вау! Вот это да. Мы рискованно подпрыгнули. Так, собираем бенз. Бензинчик. И звездочки наши будут. Ой-ой-ой-ой, как же нас подняло-то. О, отлично. Мы на дыбы встали, вообще обалденно. Обалденно стали на дыбы. Так, нам срочно нужно топливо. Ой-ой-ой-ой. Нам повезло, мы перепрыгнули такую яму, это просто было обалденно. Так, тихо, не надо переворачиваться. Давай, газу. Да что ж такое? Мы на ровном месте перевернулись. Как же так? Но мы сделали новый рекорд. 955 очков. Если у вас больше, пишите сколько. Я буду стремиться его достичь, вашего рекорда. Ну что ж, покатались, покушали. Будь здоров, раз ты чихнул. Помаши всем пока-пока. До скорых встреч.